В Саратове появится новый памятник-самолет. Списанный пассажирский Ан-24 в эти дни устанавливают рядом со зданием старого саратовского аэропорта. Самолет с местного аэродрома на буксире привезли сюда в ночь на воскресенье, сняв крылья и лопасти. Дорога заняла 3 часа. В течение дня планируется собрать машину полностью. Ее поднимут на постамент, вокруг появится подсветка и ограждение. По словам сотрудников авиакомпании, модель Ан-24 в качестве памятника была выбрана не случайно. Именно Ан считается родоначальником пассажирских авиационных перевозок в Саратовской области. Его вместимость – 52 пассажира. В советские годы в саратовском автопарке насчитывалось 20 таких машин. Первый самолет этой модели взлетел в небо над нашим городом в январе 1965 года. На протяжении 39 лет этот самолет-труженик перевез большое количество пассажиров во все уголки как Российской Федерации, так и бывшего Советского Союза.